Остались считанные дни до начала Олимпийских игр в Сочи. Российские спортсмены настроились на победу, а болельщики готовы их в этом поддерживать. Это доказали студенты ЮРГУ, подготовив ролик для Олимпийской сборной России. Вообще идея возникла спонтанно. Посмотрели ролик, трейлер фильма «Чемпионы», который вышел буквально на прошлой неделе. И захотелось создать что-то маленькое, но приятное для наших спортсменов. Основная цель ролика – объединить всех, кто участвует в Олимпиаде, кто ждет ее и верит в победу наших спортсменов. Перед создателями стояла задача запустить ролик в социальные сети, чтобы как можно больше людей привлечь к участию в зимних Олимпийских играх, пусть даже в качестве болельщиков. Это праздник для нашей страны, и очень хочется, чтобы этот праздник ощущал каждый человек, который бы увидел этот ролик. Уже насчитывается около 1500 просмотров ролика, над которым работали студенты ЮРГУ. Это значит, что поставленные задачи активисты достигли. Они своими силами организовали съемки, смонтировали этот мини-фильм в двух вариантах, один из которых отправили на конкурс в программу «Пусть говорят». Надеемся, верим, что мы все-таки сможем достучаться до Первого канала и вся страна увидит наш замечательный ролик. Надеемся, благодаря сплоченности наша страна сможет показать наилучшие результаты на 22-х зимних Олимпийских играх в Сочи. Жаркие зимние твои.